Привет, друзья, меня зовут Эрик Шоков, и сегодня у нас пик кемов CS GO к предстоящему мажору в Рио де Жанейро. Призовой фонд составляет 1 250 000 долларов. Это очень большая сумма и считается рекордом для нашей игры. И как вы знаете, мы постоянно принимаем участие в этих мажорах, то спонсируем виплей, то майнкаст, появляемся на трансляциях, нас узнают. Но сейчас мы решили так не делать. Мы решили сделать что-то интересное на нашем сайте, куда будем привлекать народ. И к нам пришла идея сделать свой пик кем. Абсолютно независимый от Valve. И понятное дело, сделать его со своими фишками. Давайте я вам расскажу про них. Вот так выглядит наша вкладка. Это те же самые пикемы, которые есть в CS GO. Они ставятся абсолютно так же. Но есть одно огромное отличие. За каждый пройденный этап, а их всего 4, вы получаете возможность прокрутить барабан. Вот он. Такая у нас система. Вы можете получить случайный нож, тайное, либо запрещенку, либо премиум, либо лайт подписку. Это все у нас для премиум или лайт подписчиков. Если же вы не хотите покупать подписку, то вы можете это сделать совершенно бесплатно, прокачивая свои достижения на сайте. Поэтому есть классная история. Вы можете продублировать свои ставки с CS GO у нас на сайте, либо сделать только у нас. Это уже как вы решите. Так, сейчас я уже могу поставить любую абсолютно ставку. И если она пройдет, если пройдет 5 правильных прогнозов, я смогу прокрутить ленту призов. Но какие команды нужно ставить на проход, сейчас мы узнаем вместе с овердрайвом. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк под этим роликом, потому что пикемы это святое. Сейчас у нас будет 3 ролика по ним. Поэтому также не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие этапы. Уже сейчас мы на пикемах, со мной сегодня овердрайв, Лёха, привет. Да, здорово. Я выбрал тебя не просто так, ты постоянно на Твиче стримишь, играешь, следишь за киберспортом, комментируешь, поэтому... Ты не самые громкие мои достижения назвал. Расскажешь про свои самые громкие достижения? Самое главное достижение — это скаутинг игроков, потом им... помощь, чтобы они попадали в сильные команды, развивались, становились топ-игроками. Давай топ-3 твоих лучших работ по скаутингу. Наверное, Magics, Patsy, Сирень. Нормально. Получается, без тебя с Team Spirit бы не существовало? Нет, существовали. Хорошо, а если говорить про эти скаутинги, ты получаешь роялти за их успехи? И как приз за их трансфер? Ну, да. И получаю какие-то. Ну, то есть это все обговорено, я не могу это все разглашать. Ну, конечно. Я не получаю за то, что они там выиграют какие-то турниры. Это уже, так сказать, не в моем поле деятельности. То есть это одноразовый платеж? Все зависит от ситуации. Хорошо, а давай тогда будем возвращаться к кему. Так, у нас как раз-таки вот Декстер. И что ты думаешь про этот состав? Какие у них есть шансы? Мне, кстати, нравится. То есть с OG интересная история произошла. Они хотели же пикать там Якиндера, там еще каких-то прям тир-1 игроков, но все отказались идти в OG. И получилось, что в OG пошли, ну, те, кто оставался. То есть они вот Неофрага, Фику, то есть взяли игроков все-таки не из топ-эшелона. Получилось на самом деле даже интереснее, чем было бы, если бы у них все были вот топеры вот эти страшные. Я, конечно, его не вижу победителем мажора, не вижу его там в топ-5 мира, но состав перспективный. Так, в итоге я оставлю OG на проход. Да. Тем более у них первый матч против Greyhound, фавориты, ну, на, да, 0-3. То есть победа должна быть у них первая 100%. И прям по дороге идешь, значит, OG проход, Vitality проход. Я не верю в проход Vitality. В этом ты не прикол. Веришь в проход Vitality? Да, абсолютно не верю. Они играют против Imperial. Я уверен, я буду ставить ставку именно на этот матч, что Imperial заберут. Это ты фантазер. Не-не-не-не. Это Бразилия, это бразильцы, это фавориты. Ты представляешь, что будет на сцене? Я, конечно, понимаю там поддержку, бразильскую поддержку, это будет нереально. Но я не верю. Все-таки поддержка поддержки, но... Что, ладно, давай поставим Vitality. Будем покаять так. ЕГЭ, Додж, Клауда, конечно, да. Конечно, проходит. Это команда уровня легенд, тут даже обсуждать нечего. Вот я вот уверен в бегах, что они никуда не пройдут. У них все время какие-то замены, они отвратительно играют последние турниры, у них нету ни индивидуальной формы, ни игровой формы. Я уверен, что они улетят чуть ли не 1-3. Слушай, ну а опять же, я верю в бразильскую поддержку, и у Фурии огромный шанс выиграть их первый. Фурия у них унесет. Ну, я даже не сомневаюсь, Фурия их унесет. Я бы пропустил бы также вот этих ребят. На следующую? Да.
А я считаю, что они очень переоцененные. Я говорю про то, что пропустил бы их и не ставил бы вообще. А, ну да, я их тоже бы не ставил. Хорошо, а Маус? Маус, на мой взгляд, да. Ну, хотя Мауза как раз могут поплыть от бразильцев. Если они будут играть против бразильцев, они могут поплыть из-за поддержки, потому что молодые игроки. Давай вообще представим, а кто сейчас фаворит этого мажора? Я, честно говоря, ставлю Liquid, Vitality. Ну, конечно, будут болеть за Spirit, им вполне по силам выиграть турнир. Вот идут, я абсолютно согласен. Я искренне верю в Spirit. Они были близки на морали на прошлом, как я помню. Но сейчас другая команда. Я понимаю, но они улучшили состав, мне так лично кажется. Wonderful очень сильно играет. Он хорош. Я бы, наверное, пропустил бы Маус в своем прогнозе. Маус, ну, как хочешь. 9Z точно нет. Это самая слабая команда из Латинской Америки. Ну, слушай, вот то, что они выигрывали две... Best of 1. Да, Best of 1. Ну, Best of 1 здесь тоже же будет. Поэтому я бы... Сейчас есть частый прогноз на 0-3 эту команду. Я бы не сделал бы так, учитывая то, что они выигрывали. Нет, они 100 пудов не 0-3. Да. Пусть, тем более у себя это не 0-3. Gamer Legion у меня без... Ну, я поставил на 3-0. Это команда, которая может сыграть 0-3, а может сыграть 3-0. А может выйти в 2-2. То есть это... такая команда, которую не жалко потратить на нее 3-0, но жалко потратить проход. Я вот так скажу. Я посоветуюсь в этом плане с тобой и сделаю это. Да. Потому что, ну, опять же, от первой игры очень много чего зависит. Они могут просто поймать кураж после легкой победы. Но состав у них слабый, Gamer Legion. То есть тут... Конечно, для легенд он слабый, но... Мало ли что. Так. Ну аутсайдеры на опыте, проход. Да, на опыте. Они сейчас в полном порядке, они... Были опасения, что Норберт и Фейм не потянут этот уровень, что если они даже и потянут уровень, им будет сложно подстроиться под игру Джейми, но вот с каждым турниром они прибавляют и прибавляют. Ну, из бразильцев я бы Фурию ставил. Фнатик, я вообще не знаю, что они сейчас творят, но Клауд, Фнатик, тут очевидно, что... Тут не очевидно. Тут вообще ничего не очевидно. Фнатик — это такой вообще этот кот в мешке. Они могут разорвать кого угодно, могут проиграть кому угодно. Они могут выйти 3-0 совершенно спокойно, а могут не выйти вообще из группы. То есть эта команда у меня точно на проход стоит. Хорошо. Получается... Да, я повторю этот ход. Тут надо выбирать Маус, Imperial, Nation. Тут только так. Маус, Imperial... In Nation. Ну, две... Да, я выберу тогда в таком случае Маус. И у нас остается 0-3. Это либо они, либо они. Грейхаунд проиграли у себя этим IHC. Они у себя проиграли. Я думаю, что тут они тоже должны проигрывать им. Ну, не то, что должны проигрывать. Просто они там... Это такой уже КС. Это рандом. 0-3 это либо одни, либо другие. Ну, допустим, игра Грейхаунд и Монголы. Кто выиграет? Какие шансы? Ну, в азиатском РМРе выиграли Монголы. Мне кажется, Монголы похладнокровнее, и они как-то справятся с давлением. А, слушай, ладно. Давай попробуем сделать так. Ну, в целом, вроде, выглядит все очень выигрышно. Ну, 5... Не проблема, я думаю, тут по-любому, даже если мы ошиблись, там, например, Мауза не пройдут или еще чего-то, у нас там Клауда, Виталити, Клауда, OG, Outsiders и Fnatic, это стопудовые эти наши проходчики. Да, хорошо. Я нажимаю Update Picks, и мы делаем свои пики. Все, у нас есть. Кстати, я тебя сейчас слушаю максимально. А какая у тебя медалька за прошлый мажор? Ну, там единственная тема, что я ставил Spirit на победу. Ага. Потому что по-другому не мог. А так все правильно шло. То есть золото. Ладно, ну, прогнозы есть. Посмотрим, что будет 9 дней до начала. Точнее, 8 будет интересно. Так, ну, получается, Фурия сюда. Gamer Legion 3-0. И Greyhound на 0-3. Я обновляю прогноз, делаю полную копию, потому что уверен в этом.
Нажимаем «Обновить прогнозы», и теперь я захожу в «Испытать удачу» и ожидаю окончания этапа. Как только он проходит, если я отгадываю 5 этапов, я получаю свою прокрутку и, возможно, нож. Ссылка на сабишок есть в описании, попробуйте, пожалуйста, это классная история. Если вы не хотите покупать подписку, вы можете просто получить свою новую медальку, достижение, которое будет у вас на проекте в вашем профиле. Спасибо большое всем, с вами был Эрик Шоков. С овердрайвом мы запишем следующий этап, как только он будет доступен. Всем спасибо и всем пока, друзья.